Меры по сохранению лесов стали главной темой Всероссийского форума «Единой России» в Иркутске. В центре внимания были результаты работы специальных мониторинговых групп. В рамках проекта «Живой лес», который был создан при поддержке Общероссийского народного фронта, они изучили ситуацию в разных регионах. Одной из основных проблем эксперты называют нарушение при заготовке древесины. Чтобы навести порядок, как считают специалисты, необходимо усилить общественный контроль в этой сфере и создать прозрачные механизмы выделения древесины, в том числе и для частного строительства. Наше предложение – это дать возможность людям подавать заявления на получение древесины для собственных нужд через систему многофункциональных центров. Необходимо обеспечить публичную, прозрачную, электронную очередь в этой сфере. И, конечно же, мы обязаны просто добиться того, чтобы люди могли реализовывать свое право на получение древесины для собственных нужд не в десятках километров от места проживания, а в лесах, которые непосредственно прилегают к населенным пунктам. Еще один важный вопрос, который обсудили на форуме – предотвращение лесных пожаров. Своим опытом поделились участники знаменитого отряда 1508. Прошлым летом десятки добровольцев объединились, чтобы бороться с огнем в районе Байкала. По мнению представителей отряда, в стране должна быть создана дружина, в составе которой будут подразделения, сформированные в населенных пунктах из местных жителей.